Сегодня у нас новый формат видео. Будем тестировать камеру, да и штатив, вот этот вот. Сегодня такое блюдо называется стратегический запас. Если куда-то идете путешествие или что-то типа того. Да и вообще вкусная штука. Будем молоть сало и специи. Вот. Dzieci, szwole, żerów, pług to trzeci. Lance do boju, szablę w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szablę w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Zawsze dzielni, wszędzie znani, krechowieccy to ułani. Lance do boju, szablę w dłoń, bolszewika, goń, goń. Как можно понять по углу камеры, я почти все буду делать в этой мясорубке в этот раз. Мама таки уговорила меня закатить рукава, чтобы не раздражать зрителей. Ну, мы погнали. Измельчаем наше сало, иначе оно как-то застрянет. Szarżą leci, to jest pułk ułanów trzeci. Lance do boju, szablę w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szablę w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Czwarty to nie lada gratka, kwateruje w mieście dziadka. Lance do boju, szablę w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szablę w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Теперь добавляем соль. Сало свежее, поэтому соли вот столько. Потом я попробую и скажу, добавлять ли еще. И кориандр. У меня молотый. Чайную ложку как раз. И перемешиваем. Соль еще не растворилась. Чили нормально. Можно еще добавить черного перца. Чуть-чуть. Но с этим лучше не переусердствовать, иначе будет сильно жестко. Пошел нафиг.
Там это можно нарезать кругляшками и кайфовать, положив их на хлеб. Смакота будет. Мама уже мечтает, что на кусочек вареной картошки можно кинуть. Это делаем икру в соусе, не только фига не икра. Вот именно. Это будет туристический вариант. Сейчас я как наложу на него. Еще раз упадет на стол, я его криво пощипаю в руки. Удобная форма, крутая эргономика, флагманский корпус. Ешьте, сало специально. Вот этот товарищ рекомендует. Покажи свой товар. Вот это. Свободного куска хлеба не нашел, поэтому сделаем по-крутому. И все это пробуем. Конечно, не столько. Вкусно и питательно. Новый энергетический батончик. Пробуйте готовить по этому рецепту. Приятного всем аппетита.